Посмотрим, что у нас есть в шкафу. Слишком остро, заумно. Нет, 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 нет. А это откуда? Мне нужен мой костюм. Стирка позволила мне отвлечься от забот и заняться таким занимательным земным хобби, как шитье. Кажется, это незатейливый процесс. Итак, посмотрим, как я справилась. Глобергер! Кошмар! Может, нужно было побольше молока? Мне нужен мой костюм! Тофу, тофу, съем-ка я кусочек. Тофу я люблю, тофу я люблю, тофу я люблю. Ну, супер! При помощи этой руки я очень скоро завоюю весь Джамп-Сити! Почему это происходит именно сейчас? А, мальчик-чудик, думаешь, юные титаны смогут остановить меня? А, Робин! На тебе нет штанов! Сдавайся немедленно! Или мне придется подойти! И не думай, что я не подойду! А, нет-нет, не шевелись! Я завоюю мир в другой раз! Нам нужна одежда. Надеюсь, ты все постирала? У меня небольшие проблемы. Это наши костюмы? Слизь вселилась в них. Это ты называешь стиркой, Рейвен? Может, тебе самому стоило их постирать, согласно расписанию? Ребят, сейчас у нас есть проблема посерьезней. У нас лишь один выход. Титаны, вперед! А наша одежда нас одевает! Мне это не идет. Даже не... Этого стани белевой корзины! Не думал, что погибну вот так. Это я во всем виноват. Мне жаль, Рейвен. Клянусь, если мы выживем, буду стирать одежду всех титанов до конца года. Это я и хотела услышать. Азарат Метрион Зентас! Стоп. Это не слизь вселилась в костюмы? Нет, это мое заклятие. Ты обманула! И теперь ты будешь стирать весь год, лузер. О, смотрите, у нас новая проблема. Существо из сока и соуса барбекю терроризирует наш город! Ну вот, что за невезение. Титаны, вперед!